всем привет, колесников.зу. Сегодня хочу сказать не про вид животного, а про конкретную особь животного. Про свинью Пегасуса. Сейчас узнаете, кто это такой. Этот поросенок хотел баллотироваться, то есть, как бы, представлять свою кандидатуру в президенты США в 1968 году. Дикость, скажете вы, да ты это выдумал? Нет, я это не выдумал, это реальная вполне себе история. Было это так. Некая молодежная партия гиппи, что-то вроде хиппи, хотели выдвинуть свою кандидатуру в президенты США. Если вы знаете, обычно там только две партии, республиканцы и демократы. Так вот, они решили выдвинуть какую-нибудь свинью, ну так, чтобы пошутить чисто. Сначала хотели маленькую такую милую розовенькую хрюшку петунью. Однако, один из лидеров Виппи сказал, что нам нужен более отталкивающий, стрёмный и зловонный боров. Нет, брать большого высокогрудого кабана они не стали. Они арендовали у одного фермера в штате Иллинойс за $25 маленького, нет, еще уже не маленького, 6-месячного, 60-килограммового поросенка. Гиппи назвали его Пегасус, что означает, ну, свинья Пегас. Знаете, что, почему так? Это отсылка к американской поговорке, когда when pigs fly. Что переводится как «когда свиньи полетят». Ну, по-нашему, когда на горе светит. То есть, очень не скоро, может быть, даже никогда. Пегасус должен был пройти специальную пресс-конференцию, чтобы показать, что он согласен быть президентом США. Ну, то есть, выйти на сцену в сопровождении Гиппи и сказать «хрю-хрю». Ну, не знаю, какое «хрю-хрю» он бы сказал, но хоть слушайте дальше. В 1968 году Гиппи... Семеро гиппи понесли Пегасуса на сцену. Это видели 200 человек, в том числе агенты ФБР и полицейские. Ну, полицейские были для охраны, понятно. Так вот, что же испортило Пегасусу предвыборную кампанию? То, что листовки и значки, ну, это что-то вроде наших пирожков во время выборов президента там или кого-нибудь мэра еще, раздавал голый мужик. Из-за этого Пегасус, этого мужика, а также семерых хиппи, которые несли Пегасуса, посадили в специальный фургон и увезли в суд. Во время суда Пегасуса, а также хиппи обвинили в провозе свиней в Чикаго. Именно в этом городе должна была состояться пресс-конференция предвыборной кампании Пегасуса. Кстати, адвокат говорил, что они сами, ну, полицейские, возили свинью по Чикаго. Так оно и было, как вы понимаете. Дальнейшая судьба Пегасуса после выборов и суда неизвестна. Поговаривают, что Пегасуса съел один из полицейских в том же году. Другие говорят, что гиппи вернули Пегасуса на ферму, на которой арендовали его за $25. Вот такая история. Вот так. Один парась хотел быть президентом. Вот мне удалось президентом. Что бы сейчас было вместо США, если бы Пегасуса таки выбрали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, берегите природу. С вами был Холистиков.зу. Пока.